все такое веселое, в общем, чтобы было все. Прямо нет, чтобы застолье было, нет, конечно. Вообще, да. Очень рады будем всех увидеть. Ну, много народу, весело, и, в принципе, можно один день отдохнуть и разрядиться. День города – это особенный праздник, который объединяет всех нас. Это повод отдохнуть с семьей, друзьями, найти развлечения по душе и показать гостям лучшие стороны Бельц. Мы решили опросить прохожих и узнать, как они собираются отмечать этот праздник и что хотели бы увидеть в этот день. Какой-нибудь концерт, какое-то мероприятие красивое. А как вы будете праздновать этот день города? С друзьями поедем в центр и будем гулять, смотреть на концерт. А что вам обычно нравится в праздновании Дня города? Веселая обстановка. Праздничное настроение, все такое веселое, в общем, чтобы было все. А знакомы ли вы с программой празднования для горожан? Нет, концерт. Это самое большое, чего ждем с друзьями. Ну, как таковой прямо нет, чтобы застолье было, нет, конечно. Просто будет день как день. Ну, мне нравится, когда у меня семья собирается дома. Вот самый главный праздник для меня. А знакомы ли вы с программой празднования для горожан? Конечно. Нет. Игры для детей. Вот для детей хотелось бы, чтобы им было весело, чтобы им было хорошо. Într-un mod special, dar posibil că voi veni la concert în centru. Eu aș vrea ca în ziua aceasta cumva lumea, familiile să se adune împreună ca să cumva să sărbătorească și să mulțumească faptului că în continuare și sper ca cât mai mult orașul nostru să trăiască în pace și să dezvolte civilizat, ca să zic așa. A знакомы ли вы с программой празднования Дня города? Nu foarte bine, dar sunt informat despre programul care va avea loc. O să am ocazia să-i văd în prima dată și gratuit pe 3 Sud-Est, care sunt cumva formația mea favorită încă de mic copil și fără îndoială voi admira și ceilalți artiști care vor evolua pe scenă. Da, și sper ca și cu asta, nu știu, aș vrea să încurajez cumva oamenii ca atunci când se va finaliza concertul grandios, în urma lor să rămână atât de curat cum este acum. Da. Da, prazne. Обычно в кругу семьи, а вечером, конечно же, придем на концерт. А что вам больше всего нравится в праздновании Дня города? Ой, вообще сам факт того, что мы в сборе с родными, потому что мы здесь бываем редко, и вот вчера прилетели, поэтому вообще очень рады будем всех увидеть. А знакомы ли вы с программой празднования для горожан? Нет. Не успели еще ознакомиться. А какие мероприятия хотели бы увидеть в этот день? Концерты, наверное, да? Да. Что-нибудь музыкальное, танцевальное, посмотреть какие-то выступления, может быть, детки будут выступать. Да, верно. Да, конечно, буду в центре праздновать его, как и все жители. Ну, лично я буду бороться за барана по тринте, поэтому можете приходить меня поддержать. А так, после пойду с друзьями где-нибудь поем и придем на концерт Лободы Светланы. А что вам обычно нравится в праздновании Дня города? Ну, много народу, весело, и, в принципе, можно один день отдохнуть и разрядиться, чтобы набраться сил к следующим будним дням. Скорее всего, я больше всего жду концерт, а так в остальном, может, интересно какие-то конкурсы, если будут. По итогам сегодняшнего опроса я выяснил, что бельчане собираются праздновать День города. А как вы собираетесь отмечать этот праздник? Пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и читайте новости на сайте esp.md. С наступающим Днем города!